Объявите меня, пожалуйста. Это уже третья по счету авторская программа клоуна Алекса. Под таким названием на этот раз прошла в Расторгуевском парке. Ее участниками стали артисты инклюзивного клуба «Дорога в жизнь», а также известные видновские исполнители Борис Гуреев и Михаил Бондарев. Наш мобильный репортер не смог пройти мимо. Не заметить происходящее действительно было сложно. Парк на 2 часа наполнился музыкой и веселым настроением. Артисты в прямом смысле слова зажигали. Ребята, занимающиеся в инклюзивном клубе «Дорога в жизнь», на время концерта вместе со своими родителями и наставниками превратились в настоящих звезд эстрады. Артистам подпевали и подтанцовывали зрители, ведь исполняемые песни знакомы каждому с детства. А рядом расположилась ярмарка. Здесь предлагали приобрести эксклюзивные вещи – статуэтки, тарелки, вазы. Все сделано руками участников клуба «Дорога в жизнь». Говорят же, талантливые люди талантливы во всем. А завершилась программа исполнением авторской песни участника клуба Роберта Маретова. Пели все. Посмотри.